Ну что, сегодня воскресенье, и мы занимаемся важным делом. Мы сейчас едем с ребятами, которые управляют бот-ярдом. Гулять! Ну что, Диночка, как тебе? Гуляем? Заслуженный выходной. Ой, е! Ну, вот мы готовы. Выезжаем. Это статуя свободы здесь, на Сан-Мартене. А мы едем дальше? It looks like a golf course. And they have, you know, the houses on the trees and yeah, like that. Oh, nice. They make big concerts also. It's gonna be a big event with festival, yeah. So guys, let's introduce you. Это Кис и Паула. Они управляющие бот-ярдом, в котором мы находимся. Oops. Hello. И сегодня мы как раз вот выехали посмотреть на всякие красоты. Zipline. Is it working? Yeah. It's organized down at the Orchard Farm. Ah, okay. Over there. Dutch side. Yep, Dutch side, capital Philipsburg. Netted line from the wind farms on the top of the island. Uh-huh. It's possible to come by boat? Very, very possible. They got moorings you can pick up. Yeah, I see. Is it just nature? Wild nature? Yeah. It used to be. Так, тут что написано? Что здесь? Где здесь? Смотри, Катя. Где? Где Катя? А, ух ты. Вдалеке это самба. Французская часть Сан-Мартена, вот там вот увидите лодки, это то место как раз, где мы стояли. Just can't quite see your boat. Oh, almost very close. Almost. Almost. We stay there. Yeah, run away. Two in there, one on the other side. Yes. Как выглядит Хумалейшн? Very fast. На пляже здесь вот такая штука есть. Класс. Поросята жареные. Да. Из ресторанов стоит поилочка для птиц. Куча птиц мелких прилетают. Угу. У них там драчки. Выбираем, куда ехать.
Bayerian No, Belukas, you says me Belukas. Okay. I thought it's because there was... Okay, he's much better. That's on the touristy road on the... In the front of the viewing platform. The platform. Okay, we go on this one. No, that'd be a good place to show us. And it's very pretty. Okay. Okay. Twins Marcel, yes. It's not a surface company, this big. Это еще очередной пляжик, на который мы приехали. Так, это мы сейчас едем по французской территории, сейчас будем переезжать на голландскую. Но мы туда не едем. Мы едем на пляж. Stupid. Oh, stupid animals, what are you doing? Gonna run out of road in a minute, little ones. Shut up! Yes, I do! Windsurfing and kiting. I can imagine how many mosquitoes are here. In the mangroves? In the mangroves, yeah. Вот мы приехали сейчас еще на один пляж. Здесь, кстати, тоже было все разрушено ураганом. Вот вы видите, там автобусы разбитые стоят всякие. А здесь стоял ресторан, это был контейнер. Вот вы видите, от него остались одни пеньки. Наша машинка. Тут есть очень красивые места. Сейчас подошли к такому месту, которое называется Oyster Bay. То есть это здесь была марина, которая была уничтожена полностью во время урагана Ирма.
Смотрите, сколько здесь. Полная бухта затопленных лодок. В некоторых местах еще лодки стоят, но если вот присмотреться ближе, сейчас вот это максимум, я уже ближе не могу. Вот увидите, насколько здесь остатки марины, остатки былой роскоши еще осталось на Сан-Мартене. Вот, вот сейчас здесь хорошо видно. Впечатляет, конечно. Такое уныние, жалко. Хотя мне вот непонятно, люди же знают, что здесь вот такое будет. Они же все-таки строят. Зачем? Уже восстановленный резорт. Вот вы видите, он такой красивенький. Там такие красивые видно бухту. А внизу все заброшено. Все. Короче, прикол здесь этого места еще в том, что вот вы видите, вот отель, который стоит на той стороне, это голландская территория. А вот это французская территория. И между французской и голландской, где-то вот посерединке по воде проходит граница. И вот вы видите, там стоит лодка и катамаран. Вот они стоят на голландской части. А вот лодка стоит, это на французской части. Очень прикольно. Переехали, сейчас едем по голландской территории. Вы видите, какая большая разница? И я не вижу, а она есть. Вау, so Dutch. It is a, like the NAF, which is the guilder. But really, it's American dollar. Yes, but it is two times more cheaper. You see, like 1.8? That... Yeah, I don't know if that's in NAFs or in dollars. It's dollars. Dollars. No, it's not. They have like TV A, something like this. Голландская часть, как раз вот эта марина, через которую мы проходили. Very developed area. No, it is a Dutch. It is a Dutch side. Yeah, we're still on the Dutch side. Yep. А вот этот мост идет, через который мы проходили снизу. Что идем? Вероятно, самая лучшая Bloody Mary. Ладно, проверим. Заборы сделаны из мачты. Ничего так, нормально. Большие лодочки такие. Вот этот мост, который мы проходили снизу. Вот он так открывается кверху. А вот эта будка, видите, вот она здесь больше не существует. Здесь какой-то большой проходил и его себе прекрасно снес. Видишь будку? Вот ее здесь больше нет. Вот. О, здесь в столешнице есть очень вот прикольные дырки. Подстаканники, которые позволяют использовать. Просто вырезали дырки и все. Офигенно. А вот это меню. So it's priced like $8 and FLS 1440. How do you call it? It's local currency? Florence. Florence.
А, флораны. А, окей. Флораны. Don't miss the blanche. Sailor's number one enemy. Ah, okay. Sailor's, yeah, because... Oh, fish and chips. Пришел fish and chips. Thank you. Thank you. Oh, yes. Bon appétit. Bon appétit. Ну что, у нас немножечко сейчас ветрено, но тем не менее это нам не мешает посмотреть, как открывается мост. Какой кошмар. Завидую, гадно. Не хочу.
Короче, рассказываю вам одну историю. Вы помните, я вам говорил, что была лодка, которая развалила вот эту будку? Так вот, 15 лет назад эта же самая лодка развалила этот мост. И вот если посмотреть наверх, вот здесь вот есть удлинение на вот этой вот ноге. И вот если смотреть на мост, вот увидите, куда подсоединена вот эта вот сейчас нога. И вот, вот это вот место, куда она была присоединена раньше. То есть владелец этой лодки, ну это был раньше другой владелец, он заплатил, чтобы удлинить этот мост, чтобы он мог туда нормально проходить. И через 15 лет эта же лодка развалила вот эту будку. Клево. Территории, потому что с голландской мы уже уехали. Так, мы приехали на одно из местных развлечений. Это трек для мотокросса. Так, мы находимся сейчас на треке для мотокросса на Сан-Мартене. То есть вот получается он. Is it going on the right side? Like this? Going that way. Ага, окей. Тут можно и попрыгать, и вон есть холмы. Класс, нравится. And you have this system for watering? Yeah. Oh yeah. Завидуйте, друзья. Зависть — плохое чувство. Это система полива на всем треке. Обдрочиться. It is a landing. Yep. Okay. So it is going from opposite side. Let's go, yeah. One of the biggest ones. Oh, nice. Так, сюда. Потом здесь идет спуск, выход, прыжок и приземление вот туда вниз. Nice. Good view. Cool place for riding bike, huh? Oh yeah. Oh yeah. Тяжело показывать мотокроссовые треки, но это реально, блин, очень клево. Особенно с этой системой полива, которая тут везде, вот она стоит. И постоянно мокрый трек, и ты можешь нормально отжигать, и не это сухой камни и песок летит. Классно. И вот они такие быстрые, ходовые, и прыжочки есть. О, клево. Надо будет как-нибудь попробовать здесь погонять. Нравится. We have, very small kids. Здесь тут находится трек для малышей, которым там по 4-5 лет, они там на полтосиках гоняют. У них отдельный трек.
Гато. Гато наранха. Наранха. Color. Ай-ай. Что в глазах моргает? Thank you.